А где Анатолий? Мама, это мой новый адвокат, Анна Михайловна. Это моя мама, Светлана Валерьевна. Знакомьтесь. Очень приятно. Анатолий был вынужден заняться другими делами. Да, он испугался маму и ушел. А мне соврал, что у него дочь болеет. А эту самую дочь я вот потом случайно видел по телевизору, как она выиграла чемпионат по женскому сумо. Почему сумо? Непонятно, конечно, но... Вообще, я хотел сам защищаться. Но близкие мои друзья, Лена с Лешей, которым я очень доверяю, они порекомендовали вот вас. Спасибо. Мне очень холодно, если вы адвокат. Скажите этому дураку, что перестал орать на мэра. И сейчас. Вот. Весь его протест. Похабные картинки мэра со страусом. Да, я адвокат. Я должна вас предупредить, что у меня был небольшой перерыв в адвокатской практике, но я думаю, это ничего. Нет, конечно. Даже в новости попал. Оказался между прорывом канализации и блохами в детском саду. Ну, это была месть, мама. Месть мелкого человека.